Ты знаешь, что ты головой бьешься об стенку ночью? А у ананаса у вас нету? О! Pink pineapple. Nachher ist sie dort reingesetzt. Nachher ist er dort gegangen und er soll туда keine булочка mehr essen. Была у них бабушка Машенька. Надо кроликам клетку почистить уже. Всем привет, ребятки. Они это не кушают. Почему они это не кушают? А может, это не еда? Да, это еда. Ну, значит, не нравится им это. Почему? Ты постоянно сыпишь, они съедают. Из чего это сделано? 100% натуральный продукт. Может быть, это какое-то... Чем пахнет? Вкусняшками. Вкусняшками пахнет? А ему невкусно. Сейчас Маргоша придет со школы. Клет, смотрите, какую мы купили. На 500 литров. Можно уписаться. Да, чтобы уписались. Расскажи, когда Макс. А где Лунасик ушла? Да. Почему-то им не нравится вот эта штучка. Я им стелю, чтобы им не холодно было. А им не нравится. Самолет полетел. Пойдем, заходи. Нет, ролики не надо брать. Эту дверь-то закрывай, привет. Сама закрылась. Как дела? Нормально. Нормально? Может, им водичку пора поменять уже, нет? Еще не воняет? Помню, один раз зашла в комнату к ним. Так воняло, как будто кто-то умер. Зачем ты это достаешь? Такой запах был. Потом смотрю, а у них вода такая уже была желтая, вонючая. Кошмар. Как они еще тут спали всю ночь, я не знаю, не замечали, вода, что у них воняет. Вода так вот, что она желтая. Ну, не такая, там прям совсем была уже прям. Желтая-желтая, прям близко подходишь, такая вонь на всю комнату. Думаю, как они спят с таким запахом? Это чья ящерица? Маргаритина? Вот. А лапки когда у них вырастут? Они потом будут хвост кушать. Такие страшненькие. Голова сильная. Что вы там делаете? На улицу пойдем? А нет! А давай сначала игрушки соберем. Давай сначала игрушки соберем. Хорошо? Смотри, так нельзя оставлять. Надо собрать. Да. Ладно? Давай. Собирать. Сначала вот эту большую. Открывай пакет. Почему нет. Здесь надо обуваться? Потому что? А потом все равно же возьмешь с собой обувь. Открывай. Абрис. Давай. Она говорит, что мы не красивые. Маргоша, не катайся, пожалуйста, здесь. Знаешь, как слышно внизу? Опять ты в роликах заехала. Ты что, в футболке, что ли, будешь? Ну да. Что, так жарко? 15 градусов. 15 где-то градусов. 16. Кофточку надо убрать сразу. Сейчас я высушу волосы немножко, а то я волосы помыла. Они у меня еще мокрые, и пойду тоже на улицу. Ты помыла волосы? Ну да, помыла голову. Сейчас чуть-чуть подсохнет и пойду тоже. Так, товарищи, что вы здесь делаете? Пойдем одеваться. Все, хватит уже возиться в воде. Пойдем одеваться. Все, вытирай ручки. А Яна уже на улице, между прочим. Яна уже на улице, золотая моя. Макс. Одеваться, хулиганы. Сходили мы, купили подарочки девчонкам, которые выиграли в Инстаграм.
потому что заранее я не покупала. Вот эти пенки. Так, получается, здесь вот апельсиновый лимонад, сладкая вата, pink pineapple, розовый ананас. Это ананас. Розовый ананас, да. Так что теперь мы сейчас все упакуем. Да, сейчас мы все упакуем и отправим девчонкам. Вот еще наши подарочки. Что здесь за бумажка такая? Вот еще подарочки, так что сегодня буду упаковывать и отправлю. Девчонки на улице, мы только пришли с улицы. Зачем? Маргарита с Ксюшей на улице остались. Да, давай ручки, иди мой. Почему нет? Кушать будем. Хочу. Кушать? Я хочу. Что ты хочешь? Суп хочешь? Мы же уже кушали супчик. Я хочу суп. Вон девчонки катаются с подружками. Все на роликах. Хорошо так на улице, тепло сегодня. 17 градусов. Куда он поехал? По делам. Что, накатались? Подружки домой ушли. Кушать, наверное, да? Давай, разувайся сразу. Мама, я же умею. Что ты умеешь? Тормозить? А что, ты раньше не умела? Ну, теперь я вот так вот учусь назад. Назад ехать и вот так. Угу. Давай, разувайся. Не стучи по полу, Ксюш. У папы 2 дня уже в машине сено лежит для кроликов. Он не может никак занести домой. Бедные кролики. У них там уже травка закончилась. Так что папу не будем пускать домой, пока он не принесет травку. Все? Каникулы скоро? Да? Последний день. Последний день и все. А потом на каникулах спать. Почему-то мы на каникулах долго не спим. Вот именно. Когда каникулы, они долго не спят. Они просыпаются рано. Да, и мы ложимся. А когда уже опять школа начинается, то тогда они все рано не хотят вставать. Им спать хочется. Мы очень поздно ложимся. Потом очень рано встаем. Да. Как-то это не логично. Ох, мама, смотри. Что это? Это новые или нет? Это новые? Это... Ну-ка, дай понюхаю. Ну, это у нас есть. А ананаса у вас нету? Pink pineapple. Pink pineapple. Apple pen. Ну-ка, дай понюхаю. Я понюхала, вот это пахнет вкусно. Розовый ананас. Это тоже очень вкусно понюхай. Пахнет. Ну-ка, дай я апельсинчик понюхаю. Это как это соль для ванны ты нам покупала? Угу. Да, вкусненько пахнет. Угу. Вот это прям чувствуется, хорошо пахнет. Так что девчонки получат новинки. Да. Ребят, вот такой вот у нас магазин, но мне кажется, что он только в Швейцарии, больше нигде его нету. Это швейцарский магазин. А то спрашивают многие, где вы покупаете, в каком магазине. Ну, они заряжаются. Они уже зарядились. Да, видишь, зеленый. Зизо, Бертумус. И пирожки, и за кортлайн лейгом нахрен бабушкам, дедушкам принял. Нахер идти тот дрангесиц, нахер еще тот кейган, он даже туда с кайной булочками рисен. Нахер идти тут бабушкам, дедушкам, нахер хабен дизе хюнде. И мешок нахер сер веке ранду с рюкзак хатер гелас, но Маша он и тут дедушка, бабушка гекома. Кто-нибудь угадал, что за сказка? Бабушка, дедушка, Маша. А теперь по-русски читай давай, а? Я тебе говорила по-русски читать. Жили были дедушки. Дедушки. Да, бабушки. И были у них Маши. Дедушка, да, бабушка. Была у них машинка. Внучка машинка. Машинка. Собрай,
собрались, потому что нормально читай. Пришли дедушки. Девушки. Не дедушки, а девушки. Девушки. Да, девушки. Подружки ее, девушки. Но они там уже взросленькие такие. А в других книжек они бэйби. Ну, разные по-разному пишут. Где-то девочки, где-то девушки, где-то женщины, где-то уже бабушки. Жили были дедушка да бабушка. И была у них бабушка. И была у них бабушка Машенька. Все, давай читай сказку. Три. Не три, а гри. Три бы. Ну-ка внимательно читай, сейчас заставлю две сказки читать. Мне нужны очки. Да, очки тебе нужны. Эти аппарат. Слуховой. Еще. Еще кушать? Еще кушать? Только что покушали, они кушают теперь хлопья. Знаешь, всегда, когда ты кушаешь что-то, чашу, что-то маленькое. Спасибо, значит, я приготовила бея. Нет, чашу. Что это значит? Нет, просто ты не приготовила бея, просто... Мне нравится, люблю рис. Ну. И брокколи тоже. Я тебе подливку не дала, я тебе просто дала рис и брокколи. Просто вот это солёное. После солёное мне просто... Ну тогда не говори, после бе хочется что-то сладкое. Так ещё сказала, как будто я бе приготовила. Спасибо. Что это такое? Нет, пока ты мне не расскажешь, не подпишу. Это лэндсайд. Ты не идешь? Не хочешь? Нет, я сейчас пойду. Ты уже... все хорошо. Я буду идти в Динстаг. Один раз в неделю, да? Будешь до 4 учиться. Угу. Все? Еще что? Это что такое? Это тест. Это покажи свою оценочку. Все правильно. Я только... Что? Где-то там ошиблась. А вот здесь. Я вот это вот. Местами, да, неправильно? Да, неправильно записала. Написала, у меня две ошибки уже вот это. За две ошибки тебе уже чуть-чуть сбавили, да, 5,6? Угу. Ну, ничего страшного. Нормально. Хорошо. Все, собираемся спать? Что-то самолеты разлетались, да? Это самолеты? Да. Истребители шумят так. Разлетались совсем. Они его кушали. Вот он, бедненький. Он, по-моему, уже не живой. Шальцы. Мы заметили, что один лягушонок грыз ему хвостик. Он, наверное, уже не живой. Его надо в унитаз смыть. Смой. Давай. Его надо в унитаз смыть. Мама, смотри, Каролина пижаму обрезала. Зачем? Я вообще-то убрала эту кофту, чтобы ее выбросить. Эй, перде. Зачем ты отрезала себе кофту? Каролина. Зачем? Нельзя резать. И футболку надо снять. Зачем ты на футболку надела кофту? Тоже снимать надо. Вот я положила твою одежду, там есть пижама, посмотри. Мы всегда, когда я ложусь. Вот. А еще леггинсы. Не знаю, ты почему-то отдельно их. Они почему-то у тебя всегда отдельно лежат. Как бабушка. Так всю ночь она спит раскрытая, Ксюша? И ты, но ты имеешь одна пата я, и попа фуэра, кавеса я. Папа, большой цветик махнет. Вы их в квахт вен, я позвоню с этой кси, нахер, зи, ти, шты, та, в твантам лоды кси, нахер, дэльси, захум, нахер, фу. Ты знаешь, что ты головой бьешься об стенку ночью? Вот как раз мы здесь вот за стенкой, вот за этой стенкой наша кровать. И я только и слышу ночью «Дон! Дон!» Она головой бьется об стенку.
Ей нужно вот так вот постоянно закрывать стену вот так вот подушками. Потому что она так сильно поворачивается, что прям головой об стену. У тебя утром голова не болит? Нет. Нет? Ребята как-то раз спрашивали, вы не хотите кроватями меняться? Нет? Да, я хочу. Нет. Кошка, жалюзи закрыты. Да, и хватит биться об стенку, пожалуйста. Ты нам спать мешаешь. Тарабанишь постоянно. Все, спокойной ночи всем. Пока, ребятки. Всем пока-пока. Ложись. Все? Улеглась? Там никого нету. Все, пока. Я пошла укладывать малышей. Все? Все, пока, ребятки. Пока.